Как думаете, сколько нужно дров, чтобы растопить купель? Это купель объемом 1300 литров. Для того, чтобы растопить ее зимой, довести до комфортной температуры, примерно 38-42 градуса, требуется примерно 4-4,5 часа. А летом требуется меньше температура, где-то 35 градусов, уже самое замечательное и приятное, даже для детей. Там примерно 2-2,5 часа. И если измерять это в охапках, то летом требуется примерно 2-3, скорее 3 охапки, а зимой 4-5 охапок. Вот примерно таких, как я принес.